В этом году начинаем нашу первую встречу. В дискуссионном клубе имени Марьям Султановой Акчуриной состоялась лекция на тему «Татарские предприниматели Уфы и Уфимской губернии в конце 19-го – начало 20 веков». Понимаете, что это такое? Это полмиллиарда годовой оборот. Потому что все шили, и всех за галошами ходили туда. Там у них было свое электрическое освещение. Вотчинное право не давалось. Никакой Иван Грозный, никаким башкирам ничего не давал. Спикер, доктор исторических наук, профессор Роднов Михаил Игоревич. Он, наверное, сегодня, на сегодняшний день ведущий историк, активист на территории Республики Башкортостан. На лекции обсуждались вопросы становления города Уфы как крупного торгового центра при непосредственном участии влиятельной общины татарских купцов, а также про активную торговую деятельность татарских предпринимателей на территории Уфимской губернии. Дискуссионный клуб имени Марьям Султановой Акчуриной создан под крылом татарской общественной организации «Берлик».